В Махачкале впервые широкой общественности презентовали книгу перевода смыслов Корана «Калям Шариф» на русском языке. Издание подготовили специалисты из Духовного управления мусульман Татарстана. Над ней работали 40 человек на протяжении 7 лет. Новообращенные люди или те, кто начинают практиковать религию, они, приходя, то есть ты им советуешь хорошую книгу по фикху, книгу по акиде, они говорят: нет, я вот хочу сразу Коран. То есть он не слушает, он хочет к источнику. И поэтому это некая вынужденная мера, мы говорим: ну, немножко изучи, а то, что не поймешь, обязательно обратись к ученым. Мероприятие проходило в Доме дружбы. На встречу с авторами пришли религиозные, российские, общественные и государственные деятели. Муфтии регионов Северного Кавказа дали высокую оценку книге и подтвердили ее соответствие вероубеждению мусульман. Долгожданный момент. И если вы скажете, сколько лет ждали, я думаю, после репрессии от 1937 года и по сей день ждали. Представьте, сколько лет ждали этого перевода. Вот какое значение имеет для мусульман, но даже не только мусульман, для желающих понимать кое-что о Коране. Очень важный момент. Органы исполнительной власти поддерживают это, потому что это прямо связано с национальной безопасностью государства. Потому что чем мы будем лучше знать свою веру, тем у нас меньше возможностей отойти от веры, отойти от истинных традиционных исламских ценностей, тем возможности больше для тех группировок вербовать нашу молодежь для того, чтобы совершать те иные неправильные, незаконные, даже с точки зрения ислама, поступки. При подготовке издания специалисты использовали более 28 тафсиров Корана первых мусульманских ученых. А в переводе филологи употребили максимально простые и понятные для русскоязычного читателя слова. Первые экземпляры получили участники презентации. Книга содержит 700 страниц. В завершении муфти Дагестана и муфти Татарстана подписали официальное соглашение о сотрудничестве между религиозными организациями регионов. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.